Так, девчонки, хочу протестировать вот эту вот губочку. Размер она большого, держать в руке ее будет удобно. У меня тут стоит сковорода такая грязная, специально ждет своего часа. Ни одной рукой не очень удобно. И водичка будет шуметь, но тем не менее, чтобы было наглядно, да, как это все вообще у нас с вами будет происходить. Так. Ну, допустим, вот стаканчик. Нет, удобно, девчонки, удобно. Действительно здорово. Здесь вот эта вот мягенькая микрофибра, да. И лучше со сковороды, мне кажется, начать. Да, у меня тут такая грязная-грязная. Сейчас солил после котлеток. Так, вот этой стороной, мне кажется, можно сковороду. Особенно сковороду Фаберлик. Ее вообще, я так поняла, ничем не поцарапаешь. Вот так. Ой, как удобно, здорово. Одной рукой, конечно, мне не очень удобно. Но тем не менее. Да, здесь действительно такой жесткий абразив. Достаточно жесткий. Если брать вот эти классические, здесь даже вот в таких мягче. Так, сейчас я вот это все уберу. Классно отмывает. Хоть одной рукой неудобно мне. Но здорово. Она прям жесткая-жесткая. Посмотрим, что с ней будет со временем. Я думаю, она должна долго прослужить, потому что сшита она прям добротно так. Никаких... Слышите? Она как бы скоблит. То есть, если у вас какая-нибудь дешевая сковорода с таким покрытием слабеньким, то лучше не надо. А так все отлично. Удобно, удобно, девчонки, мыть. Удобно, здорово. Я, в принципе, губочкой довольна. Буду себе в следующем каталоге такие еще заказывать однозначно. Так, девчонки, сейчас мы с вами будем тестировать. Я уже открыла вот такой вот средство новое с бомбезным ароматом. Девчонки мне под видео с обзором заказа уже написали, там отбеливатель, какой у тебя может быть классный аромат. Нет здесь отбеливателя, девчонки, в том-то и дело. Здесь просто эффект белизны. За счет чего, не знаю. Если вам хочется, разбирайте, пожалуйста, состав. Так, где он? Вот он, да? Вот, разбирайте, пожалуйста. Вот он состав. Видите? Тут такой аромат бомбезный, девчонки. Не знаю, где мне такие духи найти. Это вообще... Так, я беру губку. Так, смотрите, в каком состоянии, во-первых, у меня ванна. Вот здесь у меня стояли... Фокусируйся, пожалуйста, камера. Не хочет, смотрите, белый бликует. Не хочет. В общем, где у меня стояли всякие флакончики, вот так вот по периметру, да? Видно вот эти вот следы. Тут у меня стоял скраб кофейный. Тоже много чего. В этом месте у меня все время вот собирается налет. Его всегда много. Да? Сейчас будем с вами наносить. Почему же ты так не хочешь снимать, камера? С фокусом ванну белую. Так, сейчас я намочу губку. Нанесу средство на губку. Я перчатки на этот раз надела. Да, это чудо. Вот так нанесем. Оно довольно жидкое, кстати. На губку, и я вот так пройдусь. У меня ванна акриловая. На акриловой ванне... Смотрите, ой, сразу что-то отъедает прям. На акриловой ванне написано «Долго держать нельзя». Она у нас пенис? Да, она у нас пенис, смотрите. Она у нас пенис, поэтому я сейчас вот так вот все это дело пропеню. 5 минут подержу, больше вроде нельзя. На акриловой ванне. И будем с вами смывать. Включила, девчонки, подсветку. Мне кажется, так лучше видно на телефоне, да, хотя бы. Вот всю пеной обработала. Все 5 минут я находилась в ванной с закрытой дверью. Никакого удушающего запаха. Вот этот классный, крутой аромат. Я не могу, мне так нравится. Вообще, я прям тащусь, девчонки. Давайте попробуем вот это сложное пятно с вами сначала. Вот оно, видите, желтое. Вот оно, такое от налета. Так. Причем оно у меня такое копится, копится все время. Не всегда очищается с первого раза. Ну вот, практически очистилось, слушайте. Осталась вот тут полоска, да? Так, еще потрем. Нет, полоска это все равно не отъедается с первого раза. Но я думаю, со второго она отъестся. И вот тут у меня вокруг слива, тоже желтое было. Все отъедается, девчонки. Все, вот так прям просто. Очень круто. Те пятна, которые были от баночек, они, в принципе, практически сразу отошли. Смотрите, вот они. Вот так.
меня что-то черное стояло, непонятно что. Кстати, въелась, не оттирается. Может, это оттеночный бальзам? Нет, тут целая куча в этом углу стоит обычно. Так, приходится прикладывать усилия. Да? Оттирается, все оттирается. Так, все оттирается. Здесь такое место тоже злачное было. Скраб стоял кофейный. Так, все оттирается по периметру. Ой, девчонки, закашлялась, но не от того, что запах удушливый. Просто. Так, ну-ка попробуем еще вот эту полоску. Потихоньку оттирается, но не до конца, чуть-чуть, видите? Остается все равно. Ну ладно, я думаю, со второго раза отойдет. В принципе, нормально. Все оттерлось. Средство достойное. Сейчас я быстренько дотру ванну. И пойдем с вами готовить перлота с грибами. Я тут еще, девчонки, раз такая песня, решила швы на плитке почистить. И вы знаете, неплохо. Где у меня уже ремонт у ванной, сколько, больше 10 лет точно. Смотрите, вот тут не чистила, вот тут чистила. Как-то посветлее они становятся. Посветлее, действительно. Вот этот вот, я не знаю, за счет чего достигается эффект отбеливания. Ну, прикольно. Ну все, ванная в отличном состоянии. Сверкает, прям переливается. Все круто, замечательно. Я еще краники потерла. Смотрите, как блестят. Вот этой губочкой. Ну, просто протерла, да, от налета. Здорово. Слушайте, мне понравилось. Мне и старое средство нравилось. И это очень даже неплохо. Ванная прям вот как-то переливается. Знаете, здорово. Сейчас будем с вами на ужин готовить вот это вот перлота с грибами. Нам нужно с вами бульон. Смотрите, вот как мы его будем готовить, да. Кипящий бульон объемом 800 мл высыпать содержимое пакета, перемешать, довести до кипения, убавить огонь. Варить на медленном огне под крышкой в течение 45 минут. Я хочу в сковороде приготовить. Хочу в сковороде на вот бульончике, чтобы там доходило у меня это дело все. Я вылила 800 мл воды в сковороду, включила огонь. Сейчас она закипит, и мы с вами будем перлотто высыпать вот в эту воду. Девчонки, вода закипела. Сейчас, пока она закипала, как раз отвечала на ваши комментарии. Там девочки написали, что добавляют побольше воды, нежнее получается. Кто-то в пароварке делает. Но все хвалили вкус. Распечатала пачку, запах невероятный. Так, высыпаем все это дело в сковороду. Я, наверное, первая, кто таким способом готовит, да, мне кажется. В мультиварке, кстати, было бы идеально, наверное. Но мне не хочется. Лень доставать ее. Вот, сейчас возьму ложечку. Доводим до кипения. Сейчас перемешаю с водичкой. Доводим до кипения и на маленький огонь ставим. Ой, какой запах классный. Специями пахнет, травками. Здорово. Так, сейчас закипит. Убавляем. И оставляем на 45 минут. Так, где моя крышка? Фаберлик. Иди сюда. Вот она, девчонки. Я, кстати, такие крышки нашла, только красные, в магазинах хозяйственных. Такие, знаете, есть где одежда, где все навалено, вот такие магазинчики, по 400 рублей. Такие крышечки нашла. Так, все, закипело дело это все, да? Убавляем с вами огонь, на самый минимум ставлю. И накрываю крышкой. Пусть все это дело готовится, потом посмотрим. 15 минут осталось до конца. Здесь еще довольно много водички. Сейчас перемешаю, то грибы почему-то ушли куда-то в сторону. Запах классный, прям на всю квартиру. Грибочки, специи. Очень вкусно пахнет. Перловка у нас готовится долго. Спешить не будем, пока вся водичка сейчас выварится. Вот такая красота получилась. Практически полная сковорода. Сейчас снимем пробу, потому что, может быть, и солить даже не надо. Нет, девчонки, солить надо. Совсем не соленая. Но очень вкусно. Очень вкусно, вообще класс. Объедение. Прям вообще красота. Я даже без соли бы съела, если честно. Но мои не съедят. Ну все, девчонки, если видео было вам интересно и полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет много интересного. Будем дальше с вами тестить новинки. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.